Да-да-да. Здравствуйте, меня зовут КТ. И сегодня я вам расскажу о Барак Обаме. Знаете, почему Барак Обама такой злой? Потому что в детстве его уронили в говно. Да-да-да. Знаете, идет его такая мама, несет на руках Обаму. И как вдруг, какой-то маленький несчастный случай, она спотыкается об маленький корень, роняет маленького Барака и прямо в говно, который недавно сделал Кличко. Понимаете? Там были кусты, но Кличко, как всегда, не попав в то место, куда надо, обосрался не там, где нужно. И Обама попал прямо в это говно. Да-да-да. Также продолжаем. Новости из Бельгии. Сегодня наш корреспондент узнал страшные новости. Белов не покрасил стены. Это очень плохо. Почему, Миша? Почему? Почему ты не покрасил мою стенку? Я и так долго тебя просил. А ты щука. Щука. Продолжим. И что ж. Так. Короче, если у вас будут комментарии, оставляйте их под видео. Самые крутые вопросы. Я на них отвечу. Всем спасибо. С вами был КТ. На телеканале. Ну, не телеканале, а просто на канале. Билли ТВ. Эй, я думал, съемка закончена. Выключи, сука.